Вы смотрите «Попробуй на себе». Сегодня героиня нашего проекта, телеведущая Алина Кузина, узнает все тонкости лечения бесплодия. Кроме того, своими глазами увидит, как происходит процесс оплодотворения. А помогли ей в этом специалисты клиники репродукции и генетики во Владивостоке. У жителей Дальнего Востока сложился четкий стереотип, что за процедурой ЭКО нужно лететь за границу и желательно в Корею. Но сегодня и во Владивостоке открылась клиника репродукции и генетики под названием NGC. Теперь для того, чтобы ощутить всю радость материнства и отцовства, вам достаточно обратиться к нужным специалистам. Здравствуйте, Галина Петровна. Добрый день. Ну что, начнем посвящать зрителя. Расскажите, что это за клиника? Расскажите для тех, кто еще не в курсе, возможно, кто еще не нуждается в ваших услугах. Клиника NGC – это клиника репродукции и генетики. Основные наши направления – это лечение бесплодия, различные программы для женщин различного возраста с различным фолликулярным резервом. К нам разные женщины обращаются с разными жалобами. Это, конечно, основная причина – это не наступление беременности, привычное невынашивание, различные хромосомные патологии. В клинике NGC воплощается достижение современной науки, мировой опыт лечения как женского, так и мужского бесплодия. Так, лечение бесплодия осуществляется методами вспомогательных репродуктивных технологий – ЭКО, ИКСИ или искусственная инсеминация со спермой донора. На сегодняшний день в клинике создан крупный банк донорских яйцеклеток, спермы и эмбрионов. Существует выбор донора онлайн по 70 параметрам и характеристикам. Для достоверной диагностики причин бесплодия используются самые передовые технологии и высокоточное оборудование. В первую очередь я провожу сбор анамнеза жалоб и, конечно, спрашиваю, что в анамнезе было у пациентки, в чем причина того, что у нее не наступает бесплодие. Конечно, чаще всего приходит на прием супружеская пара. Вопросы я тоже задаю и супруге. После того, как я предварительно собрала анамнез, у меня есть какой-то предварительный диагноз, я приглашаю пациентку на осмотр. В целях экономии времени наших пациентов в клинике созданы такие условия, что пациентка максимально может за короткий промежуток времени пройти все необходимые обследования и осмотры. Очень удобно, что в кабинете есть смотровая. Здесь я провожу первичный осмотр пациентки, как на гинекологическом кресле, чтобы исключить патологию, так осматриваю пациентку на УЗИ. Для репродуктолога очень важен осмотр ультразвуковой, чтобы определить овариальный резерв женщины, достаточно ли у нее фолликулов, чтобы она самостоятельно могла планировать беременность, и какой протокол и какую схему пациентки я буду выбирать. После того, как пациентка вышла после моего приема или осмотра другого врача, она проходит на ресепшн со всеми назначенными ей анализами. Здесь вы администраторы выписывают ей анализы и отправляют в процедурный кабинет для дальнейшего дообследования. Давайте посмотрим. Пациентка проходит в процедурный кабинет, где ей забираются основные анализы. Здесь она сдает клинический анализ крови. То есть здесь проводится анализ, забор анализов. Ну, я так понимаю, речь идет именно о крови. Да, здесь проводится обследование с целью того, чтобы установить причину бесплодия. И также берутся анализы, если пациентку мы готовим в программу ЭКО. Пациентка также в этом кабинете после назначений, когда она уже вступила в программу ЭКО, медсестра ей рассказывает о тех препаратах, которые будут использоваться для того, чтобы у нее хорошо росли самостоятельно фолликулы. Но чтобы усилить рост фолликулов, мы принимаем или минимальную стимуляцию гормональную, или полноценную гормональную стимуляцию. Здесь ей будут вводить медицинские препараты, которые будут способствовать росту фолликул. Я так понимаю, что после того, как пациентка к вам пришла, после того, как вы ее осмотрели и у нее взяли кровь, да, на диагностику, она дальше идет куда? Ко мне в кабинет возвращается, где я ей уже скажу, какой диагноз у нее и какой дальнейший план нашего лечения. То есть это у нас операционный блок? Да, операционный блок, предоперационная здесь. И мы видим, здесь у нас палаты, где пациентка готовится к проведению пункции.
Здесь у нас пациентка переодевается, первичную премедикацию ей дает, а вот обезболивание перед проведением пункции. Мы проходим с вами в нашу операционную, где мы производим забор яйцеклеток. Как это происходит? Пункция – это... Ну, то есть это своеобразное гинекологическое кресло. Да, она сюда укладывается. И, так скажем, вагинально производится пункция. Осматривается до этого анестезиологом. Мы устанавливаем контакт с веной. Ей подается при необходимости внутривенный наркоз. Пациентка засыпает, она ничего не ощущает. И вагинально под контролем ультразвука производится забор у нее яйцеклеток. А что это за окошечко такое? Здесь за ламинарным столом сидит эмбриолог и рассказывает, получились при пункции клетки или нет. Это очень важно, проверить работу репродуктолога, как он пунктирует. Четко ли происходит забор всей фолликулярной жидкости, где может находиться женская половая клетка, яйцеклетка. Здорово, пойдемте туда. Сейчас мы с вами находимся в самом центре клиники, в эмбриологической лаборатории. И после такой небольшой трансформации нашего внешнего вида мы смогли сюда пройти. И доступно это очень немногим. Очень интересно, как здесь все работает. Предлагаю узнать это у заведующего лаборатории. Ну, давайте я покажу все наши этапы, которые происходят в лаборатории. Наша лаборатория спроектирована согласно высоким мировым стандартам, по которым работают все ведущие клиники мира. После того, как репродуктолог передает через это окошко нам яйцеклетки, мы начинаем осматривать их вот на этом оборудовании, в ламинарном шкафу. Под контролем микроскопа мы отлавливаем клетки и пересаживаем их в специальную культуральную среду. После того, как мы поймали все клетки и пересадили в культуральную среду, мы помещаем чашку с клетками в специальный инкубатор. Современный инкубатор планшетного типа, в котором строго выдерживаются все параметры среды, такие как температура, влажность, концентрация медицинских газов. Клетки находятся здесь в инкубаторе 2-3 часа после пункции, после чего необходимо производить оплодотворение или замораживание. Оплодотворение происходит вот там, да? Оплодотворение происходит, если это классическое ЭКО, то это происходит вот здесь, на этой рабочей станции. Если это ИКСИ, то происходит на установке с манипуляторами. Мы получаем сперму, обработанную сперму супругов пациентов, ну, либо супругов, либо доноров. Уточняем информацию у репродуктолога, как метод оплодотворения показан этим пациентам, и проводим оплодотворение. Если это классическое ЭКО, мы оплодотворяем на вот этом ламинарном шкафу в чашку с ацитами. В культуральную среду мы добавляем взвесь сперматозоидов, где происходит уже естественное оплодотворение. В случае, если репродуктолог назначил метод оплодотворения ИКСИ, мы проводим уже оплодотворение методом ИКСИ на данной установке с микроманипуляторами. Вручную отлавливаем сперматозоид и при помощи манипуляторов из специальных иголочек вводим один сперматозоид в яйцеклетку. Вот вы видите микроскоп с микроманипуляторами. Мы его в шутку называем операционной, потому что на этом микроскопе мы проводим такие сложные манипуляции, как ИКСИ, внутриклеточная инъекция сперматозоидов ацит, и биопсия эмбрионов. На микроманипуляторы устанавливается специальная пипетка и иголочка, и при помощи джойстиков оператор, глядя в микроскоп, совершает все манипуляции. В случае это если ИКСИ, то мы вручную выбираем морфологически правильный сперматозоид, обездвиживаем его и вкалываем в ацит. В случае, когда мы проводим биопсию трофектодермы, мы при помощи специальной пипеточки оттягиваем 3, 4 или 5 клеточек от бластоцисты, отрываем их и уже отправляем на генетическую диагностику в лабораторию в Петербург. На следующий день после проведения оплодотворения мы оцениваем, как прошло оплодотворение. Мы достаем из инкубатора, который я уже показывал, чашку с ацитами оплодотворенными. И на вот этом микроскопе мы отсматриваем, как произошло оплодотворение. Произошло ли оно и произошло ли оно правильно. Оцениваем каждый эмбрион. Мы записываем, он культивируется в отдельной капельке. И
За каждым эмбрионом мы ведем документацию, где отмечаем все этапы его развития. После того, как мы оценили оплодотворение, мы возвращаем эмбрионы в инкубатор и не тревожим их до 4-х суток развития. На 4-й сутки развития мы достаем чашку пациентов с их эмбрионами, оцениваем на микроскопе, на какой стадии развития находятся эмбрионы, отмечаем в эмбриопротоколе и возвращаем в инкубатор. В зависимости от того, что показано этим пациентам, на 5-е сутки мы производим либо биопсию этих эмбрионов и отправляем биоптат на генетическую диагностику в лаборатории генетики, либо мы эти эмбрионы переносим в полость матки, мы переносим только один эмбрион максимум, и остальные эмбрионы мы замораживаем. Либо, если пациенту по каким-либо причинам перенос противопоказан в данном цикле, мы замораживаем все эмбрионы, и пациент уже готовится к переносу, и мы размораживаем и переносим уже после заморозки эти эмбрионы. Скажите, после всех этих манипуляций есть ли вероятность, что эмбрион не приживется в полости матки? 100% гарантию, конечно, не дает ни одна клиника. Да, эмбрион может как прижиться, так и не прижиться. В случае, если мы предлагаем генетическую диагностику, то шансы при переносе генетически здорового ребенка возрастают в разы. Знаете, это просто уникальная на самом деле съемка, потому что вот сейчас нам показали и рассказали весь процесс оплодотворения. И это невероятно интересно. И вот здесь, в этих инкубаторах, находятся как раз-таки те самые эмбрионы. Конечно же, открыть их и показать вам мы не можем, но сам факт, когда ты осознаешь, что вот здесь и сейчас зарождается маленькая жизнь, это просто, ну, невероятно. И спасибо большое этой клинике за то, что они дарят возможность стать родителями. В данной операционной производится перенос эмбрионов в полость матки женщины. То есть женщина через 5 дней, грубо говоря, да, приходит сюда, и здесь происходит процедура, собственно, внедрение будущего человечка в тело женщины. Процедура совершенно безболезненная. Для этой процедуры обезболивание никакое не нужно проводить. Вот. Женщину я осматриваю, смотрю, насколько сантиметров я должна ввести эмбрион с помощью катетера в полость матки. Говорю, какой катетер мне необходим для переноса. Какова вероятность того, что этот эмбриончик приживается в полости матки? Если хорошо подготовлены эндометрии, и мы точно знаем, что произведено генетическое исследование эмбрионов, то частота наступления беременности в нашей клинике, в нашей сети клиник NGC, выше 70%. Эмбрионов передает через это окошко из стерильного помещения катетер, в котором есть эмбриончик. Вот. И после этого я переношу этот эмбрион в полость матки женщины. После того, как я перенесла, я обратно передаю катетер эмбриологам, чтобы убедиться 100%, что катетер пуст, а эмбрион в полости матки. И с помощью ультразвукового подтверждения в полости матки я вижу каплю с воздухом, что говорит о том, что я в нужное место перенесла эмбрион в полость матки. Ну здорово, а дальше остается только ждать. После этого мы назначаем гормональную поддержку пациентке, и через 9-10 дней мы уже знаем чаще всего о положительном результате. А еще через 9 месяцев мы знаем о том, что у нее здоровый ребенок родился в Приморье и на Дальнем Востоке. Галина Петровна, ну вот наша экскурсия, да, подошла к концу, и я побывала даже в самом сердце клиники, в эмбриологической лаборатории, очень впечатлила, конечно же. Сейчас уже алгоритм понятен. Вот тот путь, который проходит женщина от самого первого этапа, да, от встречи с вами, и вот до того момента, когда уже ребеночек находится в ее животе, да. А вот сейчас у меня все равно осталось еще два вопроса. Во-первых, ваши врачи, собственно, те, кто находится за кадром, так сказать, да, кто они? Откуда они? С Владивостока ли эти люди? В клинике работают врачи из столицы нашей Родины, из Санкт-Петербурга, из Москвы. Также у нас доктор приехал из Нижнего Новгорода, и работают два доктора из Владивостока. Во время нашего с вами разговора вы говорили о донорстве. И вот если донорство мужских сперматозоидов, да, еще я могу понять, а может быть такая ситуация, что у мужа с этим проблемы, да, и, соответственно, пара пользуется
донорскими клетками, то донорство яйцеклеток, вот здесь вообще возникает вопрос, разве есть люди, кто в этом нуждаются? Конечно. Во-первых, донорство официально разрешено у нас в России, что очень важно, чем отличаемся мы от Кореи, мы предлагаем донорский материал. Да, с этим пациентки очень часто к нам обращаются. У кого-то есть преждевременное, очень раннее истощение яичников, когда по данным ультразвукового исследования и обследования мы вообще не видим фолликулярного аппарата. Ну, иначе говоря, климакс. Правильно? Давайте так говорить понятным языком. Ну, для раннее женщин. Истощение яичников, да. Плюс большое количество, особенно на Дальнем Востоке в том числе, женщин старшего репродуктивного возраста, которые построили карьеру, приходят к нам после 40 лет планировать беременность, а фолликулярного аппарата там нет. А они хотят самостоятельно вырастить и родить своего ребенка. Тогда мы предлагаем им свежие донорские ациты. У нас постоянно женщины обследуются, я имею в виду доноры, регулярно находятся в программах стимуляции и подходящего донора по 70 параметрам. У нас специально есть на сайте таблица с донорами, можно его самостоятельно выбрать и прийти и сказать, я именно этого донора хочу. И по 70 параметрам, по группе крови, это важно, чтобы у ребенка вопросов не возникало. По цвету глаз, да, по каким-то особенностям, почерк можно увидеть. Мы можем предоставить детские фотографии. Слушайте, ну чудеса, ну вот просто чудеса, да и только. Мы можем влиять на рождение ребенка, да? Ведь конечно. Теперь это уже не приговор. Бесплодие – это не приговор. Даже не приговор. Пара может испытать все радости материнства, отцовства. Это прекрасно. Спасибо вам за это.